Важная новость для любителей рыбалки. В Приднестровье установлены сроки запрета всех видов ловли в период нереста. Как сообщает в службе Госнадзора, с 15 апреля по 15 июня запрещено рыбачить на Кучурганском водохранилище, а с 20 апреля по 20 июня на Дубасарском, а также по реке Днестр вверх по течению до Каменки. Что касается предстоящего запрета на реке Днестр и протоке Турунчук. От Дубасарского водохранилища вниз по течению до границы с Республикой Украина период нерестового запрета с 25 апреля по 25 июня. Также у нас предстоит запрет от города Каменки вверх по течению до границы с Республикой Украина с 1 мая по 1 июля. В службе Госнадзора поясняют, в период нерестового запрета ловить рыбу на любую снасть запрещено. Штраф за браконьерский вылов составляет до 50 РУМЗП, то есть 725 приднестровских рублей. В зависимости от причиненного ущерба водным биоресурсам может применяться и уголовная ответственность.